О, приветствуйте, друзья, с вами Черный Металл. Это игра Seven Days to Die. Еще про нее сказать не знаю, мне нравится. Мне очень нравится. Так, давай-ка деревце срубим, наконец-то этот квест выберем. Все, все. И чему побольше. Ну, я смотрю, тут и мясо, и яйца у меня сейчас нормально стабилизировались. Хорошая опция. Ну нифига себе. Круто. Чё? О нет. О нет. Газолов. Ой, это надолго, друзья. Это я буду точно ночью выполнять. Так, чё у меня там? Ну да, постепенно улучшается. Купить это, правда, не могу. Ничего. А. Уровень-то у меня подходит. Надо вот эти вот все квестики выполнить. Там вообще... Да ладно. Это я, друзья, ночью выполню. Надеюсь. Куда мне столько блоков поставить? Тут, блин, вопрос хороший. Так, все. У нас есть точка. Мы туда идем. Там просто, насколько я помню, оружейный ящик есть. То есть надо посмотреть, погоди-ка. Какой там Skylanding, ты е-мое. Хо-хо! Шудненько. Осталось только уровень поднабрать, и будет все хорошо. А кому интересно, сколько я планирую еще шипов ставить? Ну, какой? 20-й день будет. Там на 21-й. Возможно, 20-го дня я половинку потрачу на съемки и другую половинку на деревья. Хотя, может, час их пособирает так во время записи. Немножечко. Так, ну вот фреймов, кстати... Эти блоки надо поставить. Помилуй. Ну, давай пока вот фреймов сделаю, они мне всяко пригодятся. Там. Только вот где они, кто мне напомнит? Мой склероз, кажется, прогрессирует. Думал, мне эти блоки не понадобятся вообще. Ладно, фрейм так фрейм. Угу, прекрасно. Угу. 100, да? А еще давай 200 покажу. Они дешевые, в принципе. Какая красота, да? Раз вопрос меня волнует сейчас в том, сколько повылазит с того домика зомби. Там должно быть их очень немного. Ах, семечко не выпало, зараза. Потом, слушай, я не знаю, какой класс изучить. Я потом еще посмотрю. Надо все-таки как-то это все оптимизировать с этими классами. Вот психушку бы вот не помешало залезть. Я вот так вот скажу. Да не буду я за тобой бегать. Скотина, сейчас он выбросит меня. О, а что, да?
Ну, сейчас это пофармим, в общем-то, наверное, можно сбегать и посмотреть. Стоп. Вот, это отлично. Начинаем с самого вкусного. Правда, тут хп, друзья мои, 10 тысяч. Но это мы разлобим довольно-таки быстро. 5 ударов. Нормально. Но машинка мне интересует. Я сейчас скажу, и гаечным ключом надо разбирать. Гаечный ключ не ломать неохота, даже разницы нет. Эх, я раньше помню, машинки хорошо взрывались. Здесь в этой версии взрывается, 18 я что-то не помню, там походу не взрывается вообще ничего. Я пока 18 изучаю, но, друзья мои, там до сих пор у меня почему-то 40 FPS. Я не могу так играть. От смены графики там, ну, немного влияет, но графика получается. Теперь надо слушать, чтобы сзади тебя никто не подпинал. Пронесло. И это хорошо. Как по-вашему, что здесь будет? Кстати, вот мне интересно. Ну, блин, с собой таскать эти карточки, слушай, ну... И это все... И это все? Ой-ой-ой. Как все грустно и печально. Так. Карт, Soil. А, так это не то помещение, которое я думал. В этом может быть много зомби. Зомби немного, а почему? Раньше, помнится, отсюда могло вылезти. Значит, рандом, да? Ладно, какая лампочка яркая? Дай-ка я посмотрю, что за лампочка-то. А, ну я понял, нет. Это не в тему. Доброе утро. Ага. Так вы вдвоем тут были. Ай-яй-яй-яй, озорники. Я. Опа. Да, не то, что я ожидал, коли честно. Не, ну вообще-то нормально. Яйцо есть. Да, сбегаем потом за аэродропчиком. Мне очень интересно, если честно. Во-первых, что здесь помимо всего есть? Ну, мне тут Джапецкий подмерзает. Это мне не нравится. Ну, 6 таких ламп. Черт его знает. Я-то могу искусственную мощность каждой лампы увеличить, но тут и так как раз этими лампами глючит. Блин, не знаю, слушай. Посмотрим. Да, кстати, корзиночку-то я смогу подцепить? Не без тебя знаю, что я промок, что? Этого я не знал. Чё-то новенькое.
хорошее какое зданица, да? Спрашивается, толку тут нахрена крыша-то нужна? Так, это у нас на улицу ведет. Ага, значит конец. А, то есть и на улице я не мокну, а здесь я мокну. Какая прелесть. Ой, кто же эту игру-то до такого довел состояния? Ой, Снегурочка. Здравствуй. Девица, тебе не холодно? Ты меня своим... You are bad. Здесь никого нет. У меня и так он уже есть. Так. Все понял. А, почтальон. Зимняя почта, друзья мои. Тоже не дурно. Зима все-таки здесь вот под определенным, конечно, этим освещением неплохо смотрится. А освещение я, кстати говоря, начал с ним экспериментировать после Валмода, когда я зимой жил. Там очень были проблемы большие с освещением, особенно, ну, именно зимой. Не в Алмоде, а вот зимой был трудом. Там лампочку поставишь, все, слепит просто. А здесь, если сделать нормально все по уму, все готово. Почему разработчики не додумаются до этого? Отлично. Так. Готово. Здравствуйте, мадам. О, вы тоже почтальон. Ну, наконец-таки. Да нет, я просто сейчас задумался. Колеса с машины-то сняли, а кто здесь еще есть, кроме меня? Это не я. Честно-честно. Помой, клянусь, правда, не своей. Ага. Так, стоп, вот эта вот хрень не нужна. Она для краски, друзья, нужна, это в больших количествах. Что выращивать я ее смысла не вижу, это едой только не знаю. Травиться можно. Еще ванильки можно было пожрать немного, так, насытиться. Здесь что-то нифига. Все, ухожу, 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 не злитесь. А я вас по... А, погоди, что, все, зима кончилась? Не понял. А, интересно, я тут. Зимушка, зима. О, гостиницу вижу, вот это что за хрень вообще. Что-то такое я припоминаю, но не могу вспомнить, что. Ничего, залезем, посмотрим. Я, когда я проходил плейлисты, многие хотели экшона. Если честно, друзья мои, в этом моде, при моих настройках, сложности один сплошной экшон, да? Где же я триггер пробежал?
Я что, дурак, что ли, к тебе подходить? Такие же абсолютно пролаги у меня в расте. Ну, я смотрел, даже ютуберы, которые хорошо зарабатывают, не только, долго на ютубе, имеют много подписчиков, даже они ставят графику на минимум. Но я не знаю, стоит ли я такой включать. Я не люблю, друзья мои, игры, у меня от них глаза болят от такой сраной графики. Я лучше там... На серверах, где мало народу, поиграю, пусть там пищат как хотят. Во-первых, я, по-моему, многочисленные сервера объяснял уже не один раз. Что это за пирамида Хеопса? Ну, я понял, что это за строение, это... Блин. Может, попробуем его штурмануть, правда, бежать будет далеко. Это просто, блин, жесть. Я не знаю, друзья, смогу ли я вообще, в принципе, добраться до какого-нибудь другого города. Я сдохну этот зачищать. Это я вам точно скажу. Ты только посмотри, что это за кошмар. В демоническом биоме там вообще... Ну, там зачищать, думаю, вряд ли что-то получится. Ой, здравствуйте. Не, нормально упал. Хорошо. Не, это не ребенок. Там вон название его было написано. Ну, интересно. И. Ого. Ничего интересного полезного нету. Хотя не Акашка. У меня от этой Акашки. Не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой. Не, я с демоническими связываться не хочу. Нет, что-то тут стадий, друзья, реально слишком много пропустилось. Ой, 19-й день. У меня уже и боссы спавнятся. С блоков, да, с блоков. Ходите по-плохому. Нет, все. Хотя я удивлен, что здесь... Хотя, судя по тому, как он ест. Так, а что это? Одинаковые строения? Я что-то не понял. Да, это одинаковые два строения. Давай посмотрим. Блин, ну... Черт, я не знаю, как демонических убивать-то быстро. Ха-ха-ха-ха, нет. Это не выход и не вход. А, это типа дверь такая стеклянная. Слушай, как круто сделано. Погнали! Чё ты ехать-то не хочешь, скотина? Ага, смешно. Не понял.
Был внутри или решил выехать изнутри? Такой вопросик маленький. Но в этих строениях я еще никогда не был. Чё ты там? Бе-бе-бе-бе. Знаете что? Я лучше пойду подальше. Так, куда мне тут еще можно? Ну, чисто наверх, кстати, можно подняться, посмотреть еще, что есть. Ну, вот два домика. Я вообще в жизни в таких не был. Это комбо-пак, насколько я понял. Угу. А, ну да, это он вынес реально. Ну, хрен с ним, под размеры не подходит. Ну, вот это вот не место... Кто-нибудь его слышал? Я какой-то только шум услышал, и все. Сейчас мне по жопке был. Пусть раз, пусть два. Почему я говорю? Надо деревья эти срубать. Так, давай для начала посмотрим, сколько блоков занимает вот эта вот хрень. Три. Три, да? О, блин, набежали-то. Вот выстрел называется. Так, очень интересное строение, конечно. Не, ну вообще, в принципе, смотри, сколько разнообразных, друзья мои, зданий. Вот ванильные здания, плюс еще этого комбо-мода, это вообще зашикарная тема. Да, кстати, нельзя, меня спрашивали, комбо-мод ставить поверх Darknetfall. Охреначить себе игру, если так он впаян. Такое интересное строение. Смотри, тут лесочек так аккуратно сделан. Заборчик, в принципе, неплохой. И зомбики стоят. Слушай, времени, по идее, хватает сейчас. Секундочку. Ну, блин, я вряд ли успел так быстро зачистить. Секунду, посмотри повнимательнее. Двадцать три минутки, да? Ой. Ладно, ставлю метку. Давай попробуем его зафанатерить. Так сказать, не очень интересно. Блин, они же сверху еще попадать могут. Оба. И смотри, как ползет ко мне, сволочь без ноги. Так. Короче, я беру автомат. Ну его нафиг.
Все уже, дробовик это поздно. Как вы можете обратить внимание. И надо всех... Блин. Какую бы ХПС я не прокачивал, вся проблема в том, что... Это сильно-то не поможет. Вот в чем проблема-то основная. Ага, ему здесь жарко, там ему, блин, холодно. Тряпка, соберись. Далеко? Да, нет. Ох, ёпта. Очень далеко. А зато по пути как раз исследуем несколько строений. Это тоже полезно. Но видите, вот что мне нравится. Если, друзья, я повторяюсь, играть на других уровнях сложности, для вас любое здание это так, мимолетное видение. Знаете, как увидел девушку, влюбился, потом ее ни разу не видишь. Дом в подвале держишь. Не, шучу. Да, неудачный вид телепортации. Но все-таки, по сути, вот смотри, каждое здание практически является серьезным данжем. Да, реально серьезная площадка для приключения. Вот это, да, мне в 17 альфе понравилось. Круто. Это что-то типа, знаете, вот так вот, если говорить Империона. О, кстати, мне там надо подождать, пока еще он обновится конкретно. Это такой, знаете, получился реальный Империон. Зашел в здание, там полно противников. Ну, лута, конечно. Относительно. Так, здесь я в этой хрени был, да? Угу. Это и не был, то мне это и не нужно. Тура забрал. А здесь у нас чего? Страшные, блин, заправки. Вот вы издеваетесь надо мной, да? Ох, японская блоха. Какое маленькое строение. Хрена себе, сказал я себе. Тут, правда, бегающие могут побежать. Да, просто потом смогу ли я от них убежать. Не, очень много прикольного, как ни крути. Слушай, тут, видишь, зимой идет дождь. О, прям как у нас в Питере. Правда, снег то есть, то нету. Вот вся разница. Вроде снежок, выпал, было все хорошо. Красиво-то как на улице. На следующий день так оделся потеплее. Так, что-то тепло довольно-таки. Ни снега нет, ни хрена. Чей дождь льет. А у нас прогноз погоды обещает, что будет холодно. Ну, правильно, они-то... Я не знаю, где они живут. Может, в США? Ого. Не, ну слушай, вообще тема. Тут всего разного-то есть. Вот этот магазинчик забавный, Паун. Краска что ли? Не, красота просто неописуемая. Такой вот город, вот... Блин, почему их нет, ванильки? Аккуратно поставлен, красиво, все просто, блин, шикарно. Они какие-то огрызки, хрен знает от чего и зачем. Так, это на рефайн. Давай-ка немножко разберемся. А, у меня каски-то рожки до ножки остались. Понятно, чем я так по голове пришибают с одного раза. Эй, уроды! А ну-ка меня не мажет, да. Понял.
Ванильки, кстати говоря, вот такого вряд ли можно встретить. Давай-ка посмотрим, что у нас еще тут интересного, в принципе. Да ладно. Что это такое вообще? Даже такое есть. Блин, ни разу не видел. Так. Ну-ка. Вот жесть-то какая. Блин, а сегодня я это смогу пройти или нет, интересно. Ладненько, друзья, буду пока я заканчивать. Время подошло. Пойдем попробуем на второй этаж здесь мотаться. Слушай, я такого вообще ни разу не видел. Интересно. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии.